До конца текущего года в Риге откроется торговый дом Азербайджана. Об этом в интервью телеканалу CBC рассказал посол Латвии в стране Юрис Маклакавс. По его словам, также ожидается открытие торгового представительства Латвии в Баку. Как отметил дипломат, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президентов Латвии и Азербайджана в прошлом году. Сейчас в Риге уже все готово к открытию торгового дома. Остались некоторые нюансы, организационные нюансы по открытию этого торгового дома. И я также планируется, что такой же торговый дом или что-то наподобие откроется в Баку. Уже очень много поставлено товаров в виде ваших овощей, помидоров, огурцов и другой продукции. И также это в основном сельскохозяйственная продукция, а также продукция, ваши вина, коньяки, соки, напитки, разные напитки, которые тоже поставляются. Это уже реальная продукция, которая уже есть в Латвии и поставляется в Латвии.